Я сейчас подумал, что, значит, вот франшиза будет Кристал. Думаю, ну франшиза сразу туда была. А я думаю, что наоборот, что, видишь, что дети говорят там, что не надо на франшизу. Не стал уже парик свой одевать, который обычно одевают в эту дрель. Надел вот этот, знаешь, фоне детский. Я, значит, надел. Мы сейчас охренеем, пошел ты нахер. Которая сегодня, на которую я уже обычно, на которую я обычно бываю. Сегодня целый день уже. Дети, наверное, в Африке говорят, не надо, потому что тем более я про это видео сделал. Еще до этого. Что франшиза, блядь, здесь везде франшиза, а нету локальных баров, нахуя, что все, значит, такие локальные бары, там, рестораны, все, каждый делает там один канделябр, знаешь, с лустром, там, с этими, с, там, да, этими, там, извилистыми этими заборами, знаешь, и такими пидорскими этими каменными, как в Assassin's Creed, знаешь, вот, историческими. А и все хотят, что выросли, все, чуть-чуть тинейдж. Да и вообще, в принципе, как Педро Тайя ходят, знаешь, как в Assassin's Creed, там, знаешь, круто. Губа! Вот они говорят, знаешь, что не надо франшизу, вот правильно делают, такие, как это, хотят. Вот, видишь, они шарятся. Там надо мегаполисы, гроссери, знаешь, понадкрывать. А. Вот гроссери понадкрываются, туда вольет еще, вольется арабская валюта, какие там, эти тугрики там. Подожди, как они называются в Вавилоне, в Дамаске? Динарии. Там динарии тоже. Сейчас дьявол пойдет.